Интересное место ты выбрал. Бьюсь об заклад не случайно. Ты любитель искусства. Я подумал, что тебе здесь понравится. Ведьмака заботит эстетика. Как-то мне в это не верится. Ну, раз уж мы здесь, наверное, у тебя для меня что-то есть. Я выполнил третье желание. Откуда мне знать, что это та самая роза? Ты мог ее купить час назад с прилавка в Оксенфурте. Присмотрись хорошенько. Ее дала мне Ирис. С этим миром ее больше ничто не связывает. Что? Думаю, что она любила тебя. И это лучшее тому доказательство. Любила меня? После всего этого? Ирис, во что же мы ввязались? Если бы я только знал, чем все это кончится. Что? Что происходит? Я чувствую, будто кто-то вложил мне в грудь пылающий факел. Простите, что заставил себя ждать. Рад, что все мы уже в сборе. Как себя чувствуешь, фон Эверик? Тебе не стало немножко легче на сердце? Адим, чего ты хочешь? Как это чего? Твою душу. Ты кое о чем забыл. По договору ты получишь ее, если выполнишь три моих желания. И мы встретимся на Луне. Ну, вот мы и встретились. Что? Нет. Нет. В договоре ведь... Луна там! Там, а не... Здесь. Я дал тебе то, что ты просил. Здесь, на Луне, заканчивается наш договор. Ах ты, понюхал. Ты меня обманул! Я никогда не обманываю. Подожди. Не вмешивайся. Вспомни, что я сделал с последним глупцом, который надумал мне мешать. Ты исполняешь желание, так исполни мое. Оставь его. Он должен выплатить свой долг. Отпусти его, и я буду тебе должен. Ты хочешь отдать свою душу вместо его? Давай сыграем на обе. Выиграешь, получишь и мою душу, и Ольгерда. Проиграешь, оставишь в покое нас обоих. Во что же ты хочешь играть? В гвинт? Не знаю. Можем поспорить на что-нибудь. Я уже несколько раз доказал тебе, что могу совершать невозможное. Хорошо. Но сделаем это по-моему. Верно.